Количество летальных исходов среди пациентов с COVID увеличилось до 2700. В пятницу Минздрав объявил о 26 жертвах. Это 18 мужчин и 8 женщин в возрасте от 42 до 83 лет. Среди умерших врач Аргеевской районной больницы. С начала эпидемии скончались 63 медицинских работника. Выявлено почти 1500 случаев коронавируса. Проведено свыше 3200 первичных тестов. Всего зарегистрировано порядка 134 тысяч инфицированных. Среди новых зараженных 58 медработников, 264 пациента в критическом состоянии, 58 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки выздоровели почти 1400 пациентов. Всего вылечились свыше 115,5 тысяч человек.